Здравствуйте, с вами Андроид Андроидович. Сегодня хотел рассказать о очень интересной и такой прикольной аркаде, которая называется Daddy Long Legs. Наша основная задача вот этим вот чубриком, да, у кого вот этого квадратная башка и туловище, и у него вот ноги длинные. Нам нужно преодолеть как можно дальше пройтись. У него есть две тоненькие ноги, каким образом мы с вами управляем. То есть мы тапаем, да, и как только мы еще раз нажимаем, как только палец спускаем, еще раз нажимаем, он у нас переставляет другую ногу. И вот таким образом мы с вами перемещаемся. Достаточно сложно тут управлять. Видите, вот у меня очень так смешно очень падает вот этот вот чубрик. Не знаю, что это за существо такое, но сделана очень качественная аркада, простая и очень интересная, да? Тут надо прям вот запоминать, как... О, как я хорошо иду. И почти что я поставил свой рекорд. Почти что. Вот у меня 17 метров я максимум доходил. И вот так он будет с вами падать. Прикольный чубрик, прикольная игрулька такая, простая, незамысловатая. Но реально, мне кажется, многим данная игра понравится. Все просто и интересно. Вот, надо как понимать, для того, чтобы идти более-менее, нам нужно шагать, делать такие большие шаги. В противном случае мы с вами упадем вот таким вот образом. Ну-ка. А, ну это я маленько, я думал, это камера. Ну вот такая прикольная игрулька, прикольная аркада. Советую в нее обязательно сыграть, потому что визуально она выглядит великолепно. И сам геймплей тоже очень прикольный, хотя и достаточно сложноватый. Вот. А с вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.